решено. Как, как? Я построю летучий корабль. И улетим мы с тобой далеко-далеко. Высоко, высоко. А потом упадешь. Ванечка, там добрый батюшка с полками. Тут что ж нам делать? Не волнуйся за бабушку. Ты главное жди. Все у нас будет. И семья, и дети. Главное жди. Забава! Безобразница прячется! Давай ее поищем! А давай! Забава! Забава, я тебя вижу! Слушай мой царский отцовский наказ! Выйдешь ты за Бобика! Ой! За Бобика! За Шарика! Нет! За Бузик! Нет! За Балкана! Нет! Я честно! Не выйду! Ну я же говорил тебе! Так! Не перечь отцу! А я сказала, не выйду! Выйдешь! Не выйду! Выйдешь, я сказал! А я сказала, не выйду! Выйдешь! Сказано! Сделано! Не выйду! Ах, сердце! Ой! Бабушка, ладно, выйду, хорошо! Пошутил я! А, что? Хорошо! Я выйду, но только с одним условием. С каким это? Я выйду замуж только за того, кто построит летучий корабль. Вот если полтан построит, выйду за него. А если нет, то не обессудь. Построишь? Куплю. Тогда и забава твоя, и полцарства, а корабль мой. Ну, по рукам. Кто-то очень есть, проголодался, видимо. Пойдем, пообедаем. Пойдем.